Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы решили стать профессиональным отшельником, вам очень нужна эта штука. И сейчас я расскажу, как ее сделать и для чего она вам понадобится. Вам нужны вентилятор от какого-нибудь устройства. Я взял от блока питания компьютерного. Обычная кнопка. Обычный провод. Обычная палочка. Обычный скотч или какой-нибудь еще крепежный инструмент. И обычный аккумулятор или батарея. Берем палку и прикрепляем к ней вентилятор. Подключаем к вентилятору, крепим кнопку. Вот и все, друзья. Теперь в ваших руках есть важное для всякого начинающего, но профессионального отшельника устройство. Осталось только подключить его к аккумулятору и использовать по прямому назначению. У всякого профессионального отшельника часто случаются ситуации, когда приходят гости, а в костре нет огня, чтобы сварить кофе. И в этот момент появляется это чудо. Угощайтесь, пожалуйста. Чудо-надувалка.